Всем привет, продолжаем путешествие по книге Бусловича «Люди, герои, боги» Федра. Федра – вторая жена афинского царя Тезея, который женился на ней после гибели царицы амазонок, матери их сына Ипполита. Картина Жан-Жака Лагрене-младшего. Федра, обвиняющий Ипполита перед Тезеем. Дерево, масло, Франция. Сын Тезея Ипполит, страстный охотник, поклонялся только одной Артемиде. Афродита задумала наказать его и внушила мачехе Ипполита Федре любовь к пасынку. Однажды, воспользовавшись отсутствием Тезея, Федра послала к Ипполиту свою кормилицу с письмом, в котором признавалась ему в любви. Когда Ипполит отверг ее домогательство, униженная Федра решила покончить с собой, но перед смертью оклеветала юношу, заявив, что Ипполит посягал на ее честь. Тезей поверил словам жены и взмолился к богу морей, чтоб тот наказал сына. Когда Ипполит проезжал на колеснице вдоль морского берега, Посейдон выслал из пучины чудовищного быка. Испуганные у кони, которым правил юноша, понесли, и он погиб. А видя метаморфоза, говорит слух, наверное, до вас о неком достиг Ипполите, жестокосердием отца и кознями мачехи гнусной, преданным смерти. Вот так вот вкратце о Федре. Федра, обвиняющий Ипполита перед Тезеем. Работа Жан-Жака Лагрен-младшего. По книге Бусловича «Люди, герои, боги». Пока-пока, до свидания.